Вы что себе позволяете, гражданка? Ты зачем нам этот трепье дала? Какой есть, такой дала, другого нет. А если найду? Мария! Что за дурацкая привычка у тебя? Везде таскать эту афишу. Ничего не дурацкое, я их встречу, они мне... Империалистам. Не нас, а ба. Поэтому и пригласил в Москву. Зачем империалистам ба? Она старая и знает много секретов. Ба – настоящая находка для империалистов. В общем, мы решили не оставлять ба на еде. Спасибо. Ну, осталось найти ваш дом? Добрый дядя Никулин искренне хотел помочь найти наш дом, но нам пришлось объехать чуть ли не весь город. Так мы ничего не нашли. Конечно, кто бы мог подумать, что памятников и дворов с клумбами и синими лавочками в Москве невероятное множество. Однако, пока мы ехали, мы еще больше влюбились в громадную красивую Москву с ее широкими проспектами и старыми улочками. После, разумеется, мы решили ехать в милицию. Потрясничайте! Роза, они сейчас примут наше заявление. Алло, месье, мы хотим написать заявление о пропаже детей. А ну-ка, живо, по рабочим местам! Никулин. Роза, ты куда? Здравствуйте. Меня зовут Роза Иосифовна. Юрий Владимирович. Очень приятно. Что у вас произошло? Дело в том, что у нас пропали три девочки. Девочка. А это что, шпионы? Да нет, они разговаривают на русском, значит, перешли на нашу сторону. Пойдемте. Оладушки из кокоса и рис. Как скучно. Добавки хотите? Идите за мной. А в вашем замке все так хорошо говорят на русском языке. А ваша страна далеко от Москвы? А как вы обедаете зубы? Мой папа стоматолог, я ему расскажу. А правда, что у вас зимой жара? А вас когда-нибудь кусали крокодилы? Потерялись и упустили шпиона. Сразу обращайтесь. Спасибо, я папе сказать, что вы хорошо работаете. Рад стараться. Классно играет, прям как ты, Нарко. Только жалко, что для шпионов играет. Вон, еще скрипка в футляре лежит. Почти как твоя, Мань. Хорошо, на ней никто не играет. Здравствуйте. Вы не видели вот этих девочек?
Вкусно. Но лимонад Буратино вкуснее. Девочки.